Друзья мои, приветствую! С вами на связи, как всегда, на этом канале Александр Фефелов. И это видеообращение я записываю для жителей гостеприимного, дружелюбного города Баку, столицы солнечного Азербайджана. Среди моих подписчиков и зрителей есть жители города Баку, и поэтому я именно к вам и обращаюсь. Друзья, на следующей неделе, в течение нескольких дней, я буду в Азербайджане, поэтому я приглашаю вас, как моих зрителей и подписчиков, на встречу со мной. Мы встретимся с вами в районе Девичьей башни, где-нибудь в кафе посидим, может быть, по бульвару прогуляемся. И на этой встрече я с удовольствием поделюсь с вами тем, что есть у меня на сердце, с любовью, с благодарностью с вами пообщаюсь. Расскажу о том, каким образом это путешествовать вместе с семьей. Продолжительное время наши путешествия продолжаются. Как вы знаете, у меня трое маленьких детей. Каково это заниматься творчеством, играть на гитаре, сочинять музыку в путешествиях на различных островах, в различных странах, контактируя с различными людьми, знакомясь с их культурой, с их жизненным укладом, религией и так далее и тому подобное. Также поделюсь о некоторых моментах, которые связаны с онлайн-деятельностью, деятельностью в интернете, ну и так далее и тому подобное. Я еще не определился, в какой день мы с вами будем встречаться. Скорее всего, это будет или 4, или 5 мая. Поэтому, если вы заинтересованы в этой встрече, друзья, под этим видео будут контактные данные, адрес электронной почты. Напишите, пожалуйста, сообщение, готовы ли вы прийти на эту встречу. Если все будет хорошо складываться, я обязательно вам предварительно за пару-тройку дней напишу, укажу время и дату нашей встречи, и также оставлю номер телефона местный, бакинский, чтобы можно было с вами связаться или смс-сообщениями, или по электронной почте контактировать. Одним словом, друзья, жители города Баку или ближайших городов, приглашаю вас на встречу. Увидимся с вами, если все будет хорошо. Всего доброго, до встречи в Баку.